Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube "Голова садовая". Посмотрите на мои лилии. Ну да, некоторые кусты очень красивые. Здесь много молодых. Вы же помните, вы же помните, что я подсаживала, да? Огромное количество пятилитров, в которых были посажены лилии. То ли крысы сверху добрались, то ли что-то не так. Я не понимаю, пока что происходит. Вся середина у лилии э, заросла макрицом. Но, вы знаете, можно, конечно, его выполоть очень быстро. Он, знаете, не тот, который там каждая семечка взошла, а тот, у которого одна семечка и вот такая паутина. Дело не в этом. Дело в том, что температура воздуха у нас, вот в Красноярске, она очень-очень страшная. Даже сегодня 30 с лишним градусов. И вся черная земля, которая чем-то не покрыта, травой, либо там опилками, либо там скошенной травой, она просто горячее утюга. Цветы не выдерживают, перегрев очень сильный. И эту траву я решила оставить. Она очень влажная, она и подпитает и корни лилий. Ну, правда, не могу оголить их настолько, чтобы они страдали дальше. Я оставлю все как есть. И еще хочу сказать, от непрерывных дождей, которые идут каждый день, лепестки лилий, они все в пятнах в пятнах таких, знаете, как, как вымокающая ткань такая, живая. И практически испорчены все бутоны. И, конечно, я хотела для них сделать теплицу, я обязательно это сделаю, но все-таки возникла идея, что надо сделать навес. Вот у меня у дома очень хорошая, хорошая площадка, которая, ну, иногда травой зарастает, иногда цветами, это уж как, знаете, как время есть. И я хочу эту площадку накрыть крышей, и там под этой крышей, то есть она будет прозрачной, это будет поликарбонат. Кругом будет свет и солнце, но сверху вода на, ли, на них литься не будет. Они же пропадают излишнего количества воды. Они не выдерживают этого. Они летом себя плохо чувствуют, когда много воды, а зимой еще хуже. Они просто вымерзают. Сухая зима у них до минус 40. А мокрые, они даже и 15 и минус не выдержат. Поэтому под крышу однозначно, у кого есть патио, укрытые дворики, рекомендую вам садить лилии именно там. Я попробую и тепличку, естественно, у меня у сестры есть подобное, либо я их пересажу на третью грядку, которую у меня в середине каждой теплицы есть. Смотреть на их мучения, на эти испорченные бутоны, у меня, честно сказать, сердце плачет, просто кровью обливается. Потому что при такой жаре и при таком дожде ничего красивого я здесь не вижу. Вот когда расцвел бутон красиво, прошел дождь некрасиво. Но ну, лилия цветет достаточно долго. Такое количество цветов, как на этих да, кустах, вот этот отцветший, это вообще невероятное количество. Но они же некрасивые. Поэтому буду делать то, что придумала. Другого выхода нет. Мои рекомендации можете принимать серьезно, можете нет, но вы это увидите обязательно. Ну, про лилии пока все. Всего доброго.